В Армении участились случаи преступного издевательства над армянами из Карабаха. На днях был задержан житель Еревана, обманным путем выманивший у эвакуированных с освобожденных территорий Азербайджана армян около 200 долларов США. Жертвой мошенничества стали сразу две семьи. Аферист, представившийся сотрудником благотворительного фонда, пообещал решить насущные проблемы. Разумеется, за определенную плату. Те отдали последние деньги, но никакой помощи, конечно же, не получили. Это далеко не первый и, по всей видимости, не последний пример свинского отношения, с которым столкнулись в Армении армяне из Карабаха. Голодные и холодные, они влачат жалкое существование во внезапно ставшей чужой стране, якобы являющейся гарантом их безопасности. Вопрос их размещения и обеспечения продовольствием явно не стал приоритетным для армянских властей. Огромное число беженцев было вынуждено ночевать в буквальном смысле на улице, перебиваясь подачками от наиболее сердобольных граждан. Таковых, к слову, очень мало. В основной своей массе общественность Армении настроена крайне негативно к непрошенным гостям, как их уже успели здесь окрестить. Живущая в проглоть страна инстинктивно отторгает десятки тысяч лишних ртов. Весь драматизм ситуации красноречиво отображен в армянском сегменте соцсетей. Некоторые пользователи не чураются откровенно агрессивных выпадов в адрес несчастных людей, обманутых кучкой военных преступников. Лучше бы вас всех там перебили. Встречаются даже такие циничные пожелания. Такая звериная ожесточенность вызвана уверенностью граждан Армении в том, что прибывшие из Карабаха семьи останутся в стране навсегда. В условиях повальной безработицы и дефицита продовольствия подобная перспектива действительно представляется, мягко говоря, нерадужной. В Армении их считают чужими, проклиная собственные власти за бездумную авантюру, вызвавшую поток беженцев. Власти в ответ только огрызаются, пытаясь скрыть реальную картину за ширмой традиционного популизма. В условиях полной социальной незащищенности и безразличия правоохранительных органов армяне из Карабаха легко становятся жертвами мошенников. Те по собственным каналам получают информацию о том, кто из беженцев успел прихватить с собой скудные сбережения и проворачивают свои грязные делишки. Зафиксированы случаи, когда аферисты, представившись сотрудниками спецслужб, обещают за деньги предоставить информацию о родных пропавших без вести на войне. Выманив средства у несчастных беженцев, они исчезают с той же проворностью, с которой появляются. Столкнувшимся с тотальным равнодушием и неприятием, армянам из Карабаха остается лишь вернуться в Азербайджан и начать жить достойной человеческой жизнью. В любом случае в Армении ему точно опасно оставаться.